Так, ребят, всем привет. Давненько не было видео на нашем канале. Сегодня к нам приехала интересная двенашечка с реверсивным постом. Всего тут три трактора, но наш только один. Покажем поближе. Это вот реверсивный пост. Тут дополнительные выведены. Под органы управления такие вот кожухи. Навеска та же. На данный трактор будет устанавливаться мульчер, гидроходоуменьшитель, плюс охлаждение масла. Но мы вам это все покажем чуть позже немножко. Для начала просто ознакомиться. Так, также хочу еще показать, поскольку здесь реверсивный пост, здесь есть вот сцепление, сервопривод. Сейчас будем съезжать. В дальнейшем будет полноценный видос. Сейчас Жень поедет назад. Все заметил кронштейны для зеркал сзади. Агрегатируем мульчер, поставим гидроходоуменьшитель, все покажем. Это будет не первое видео с охлаждением и ходоуменьшителем, но все равно более детально именно по этой модели. Водители права на трактор имеются, поэтому он спокойно передвигается и перемещается по дороге общественного пользования. И вот такие вот есть умники на газелях. Обгон справа еще и по обочине. Ладно, ребят, до новых встреч. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Скоро будет много интересных видео.